понамывала полы, легла отдохнуть чуток. Привет, мои любимые. Да, я в этом, в шапочке, потому что так и башка немножко побаливает. Видать, у меня еще так выздоровление наступило, но еще какие-то такие вот последствия выходят. И думаю, что бы я поела бы сейчас? Даже не представляю. У меня есть, кстати, сельдерей, который я обожаю. Может быть, правда, приготовить? Люсь! Люсь! Если я приготовлю сельдерей, ты будешь рада? А тут какая-то грустная лежишь. Хоть хвостиком помахала, и то спасибо. Ой, ладно. Тут тоже все у меня блестит. Понамывала. И тут понамывала. Вот не листья сельдерея, а именно вот корень. Или как он там называется. Наверное, я сейчас его и приготовлю. Вот я лежала сейчас, думала, ну или сидела, не знаю. Думала, что бы я съела? Пиццу! Не хочу пиццу! Потом думала, вареники с картошкой. Ну, как-то тоже нет такого, что... Вареники с творогом. Тоже нет такого. Ах! Просто, например, йогурта поела бы. У меня вообще нет аппетита, знаете, времени сейчас 3:30. Я еще вообще не ела, у меня не было маковой росинки во рту. Вот честно-честно, не обманываю, вообще ничего не ела. Только пару глотков, наверное, выпила нескафе. Без сахара, с молоком. И нет такого, как раньше. Я раньше, если не ем, например, проснулась в 5 утра и до 12, например, не ем, у меня начинает желудок сосать или еще что-то. Сейчас вообще такого нет. Может быть, правда, я уже начала праной питаться. А может быть, желудок мой уменьшился. Не знаю, короче, вообще ничего не знаю. Знаю только то, что я ничего не знаю. Ладно, буду сейчас чистить сельдерей и готовить драники. Тринг. У вас мгновение, у меня, ну, минуты две прошло, пока я его чистила. Он очень-очень-очень жесткий, его сложно чистить, сложно натирать на терочку. Сейчас нужно тоже почистить две хотя бы луковички, потому что они небольшие. Ну, если большие, то можно одну. Возьму парочку. Еще парочку. И тоже почищу. Тринк. Ну и снова у вас секунда, а у меня пару минуток. Теперь, естественно, хорошо моем. Вот это надо черненькое немножко повырезать, если хочется. И буду натирать. Не знаю, сюда, я помню, треснутая была эта баночка. Ну-ка, баночка. Да, треснутая. В эту баночку, значит, не буду. Ее выкинуть надо, потому что нельзя треснутую посуду хранить. Давайте тогда буду в кастрюльке вот в этой натирать. Он трется очень-очень тяжело, не так, как лук или картошка или морковка, потому что он очень-очень-очень жесткий вообще, как камень. Сейчас буду натирать. Разрезала на две части. Это тоже было непросто. Он правда как камень такой. Твердый запах стоит на всю кухню. Просто обалдеть. Сейчас буду это тереть. Натираю и, естественно, пою песенку. Место мне случайно, своими тайны звезд, наши встречи, все будет всерьез. А Хоре нравится, когда я пою, она всегда приходит, смотрит на меня, еще немножко запоет. Звезды нас ждут сегодня, видишь яркий свет. Я очень-очень долго уже тру и еще даже половину не стерла, потому что он очень...
очень жесткие, вообще. Но очень-очень вкусные и полезные, и питательные, и благостные. Там и минералы, и вся сила земли. Очень полезно. Кто-то любит вот эти вершки, делает салат из сельдерея, что-то там готовит из него. А я очень люблю именно вот эти корешки. Ну, в общем, тру. Это не очень интересное занятие. Терла-терла, мои любимые, и руку натерла, смотрите. Кровь. Случайно рука соскочила и прямо пальцем об терку. Вместе случайно. Очень жестко вообще, капец. Невозможно, как камень. Как будто древесина, знаете. Когда пьешь, каждая сельдерейка напитывается энергией любви и добра. Вот тру. Еще почистила морковочку. Тоже потру. Да. Будет очень-очень-очень вкусно. У меня там входящий от кого-то звонок. Входящий голосовой вызов. Не знаю, кто это. Не знаю, кто. Входящий голосовой, неинтересно. Если я не знаю, кто это. Хотя раньше, если моему мужу что-то неведомо, ему интересно. Вот морковочку потерла. Сейчас лучок. Здесь надо. Здесь палец в крови. Сейчас лучок. Почищу. Опа. Тру. Я ставлю вообще на этот самый. На кастрюлю. Потому что у меня нет приспособы. Как лучок легко трется после сельдерея. И второй. Робот Вертер. Не знаю, что получится за видео. Кому не нравится, перематывайте уже тогда на результат. Вот лучок потерла. Теперь чуток посолю. Чуток поперчу. Нашла только красный. Ну, пофиг, немножко красного перчика. Просто для вкуса и для запаха. Ой, теперь посмотрю, если у меня есть яйца. Как я не глянула. Да, яйца есть. Возьму одно такое. Одно такое. Слушайте. Естественно, помою сначала. Просто не какой-то. Или вверх. Или грязненькие. Ой, разбиваю сюда, естественно. Раз. Два. Теперь размешиваю. Сельдерей, два яйца, морковка, лук. Можно сюда зелень. И не только можно, а и нужно. Это очень-очень вкусно, ароматно, полезно и так далее. Не знаю, громко там вам стукает, нет? Такая красота. Немножко взяла кузубры. Как это по... кинза по-русски. Немножко кинзы.
Боже, какой запах. Обалдеть. Такая красотища, мои любимые. Порезала. Помельче можно. Так. Теперь беру эту кузбру. Кузбру. И добавляю сюда. Такая я тут буха. Вот реально стоит запах запредельный. Ну, теперь размешиваю, естественно. И добавляю немножечко, я не знаю, 2-3 ложечки муки. Можно 4, кто как любит. Кто любит более такие хлебные, то так, а я люблю не очень. Я буквально пару ложек муки кладу, просто чтобы они схватились. Ну все, мои любимые, мука добавлена, буквально 2 ложечки. Теперь масло наливаю. Сейчас оно чуток разогреется. Потише. Это вот что-то громко очень. Газок. Газуешь. Добавила муку. Хорошо надо вымешать, чтобы она равномерно распределилась по всему сельдерею, по зелени, по морковочке, по лучку. А потом берете так, формируете этот, как, ну, как вам нравится, в общем. Так, я беру много, потому что я люблю, когда они такие мягковатые внутри. И так формирую здесь. Так. Такие у меня будут драники сельдереевые. С морковочкой, с лучком. Прекрасные, вкусные, полезные, благостные. Вот такие. Небольшой морковь. Морковский кусочек упал. Да не страшно. Все прекрасно. Ну и крышечкой, конечно, накрываю. Огонь, как я показала вам, вот такой, довольно-таки большой. Можно чуток поменьше. Чуток поменьше. И все, готовятся. Жарятся мои драники. А я вообще жарко. Я пока терла этот сельдерей, у меня прям потница выскочила на этом, как это называется, на лбу. Надо раздеться, правда, жарко. А что, Люся моя? Люся! Люся! Драники почти готовы! Поворачивается. Сельдереевые! Ты рада? Ты рада? Пахнет аж сюда, мои любимые. Такой запах. Натерла себе руку. Это не Ира, это капец. Смотри, Хурочек. Натерла руку. Видишь, Вавочка? Вавочка, видишь? Поцарапалась. Что ты меня не пожалела? Пожалела? Не Люся, а капец. Так, кофту. А кофту надо снять. Надо снимать. Что там хромко они шкебуршат. Ручку после Хариты помыть. Нет, она чистенькая, Харита купанная. Все, но все равно мало ли. Все-таки кушать готовлю. Может, она что-то где-то схватила, хотя с улицы я ее привожу всегда. И лапочки ей мою, и все. Ну. Сейчас кто-то придет. Точно, Юлька сейчас придет. Она всегда на мои драники подпевает. Бисмилля.
какая красота! Вы такие красавчики! Обожаю вас! Давай, Люся! Ну вот такой у меня будет, мои любимые. Завтрака, обеда, ужин. Триединство. Люблю вас. Всех, кто со мной. Феденьку, и Юлькину картину, и драники, и себя, и вас. Всех очень-очень люблю. Спасибо, что вы есть. Всем приятного аппетита.